Конкурсной комиссии предстоит выбрать лучшее предприятие или предпринимателя в сельском хозяйстве, строительстве, санаторно-курортном комплексе, сфере услуг, торговли и общественном питании, а также лучшую женщину-предпринимателя. В зависимости от прироста тех или иных объективных показателей начисляются баллы. Отдельная оценка за благотворительную деятельность. Предприниматель должен заполнить заявку. Для начала, что он желает участвовать в конкурсе, и, соответственно, предоставить пакет документов. Наиболее важный пакет документов – это будет справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам. Там заполняется специальная форма, где будут указаны показатели численности работающих, зарплата работающих, увеличение показателей выпускаемой продукции. Обязательно будет приниматься во внимание его активная жизненная позиция, насколько активно принимает человек участие в жизни города. В таких мероприятиях, как ярмарки, выставки, различные праздники города, где требуется показать свое умение, где можно выставить свою продукцию.